медведь надо? Да. Увидела, класс, как приятно. А он так сопротивлялся, как будто там огромная рыба, честно. Куда ее рубили, куда? Куда? А, я разворачиваю. А над этим сейчас пойдем. Хороший остров, да, вокруг него прям? Я думала, там огромный, если честно, он прямо так хорошо держался. Вообще, огнище. Я думала, там щука натуральная. Нет, сорпаля это висит, не должна висеть, не должна висеть. Перебился, да, придергал? Ну, он прям упирался, знаешь, я думала, что реально там такая большая щука. Потому что как он дергал и как он сопротивлялся. Я думала, что там прям щука. И на одном месте стоит, думала, что ты слышал, обратно проворачивал. Как же мы вчетвером будем рыбачить? Так же. Да? Да. Только Дима будет на моторе. Да? У нас есть план интересный очень, да? Тебе пришли выплаты на ребенка? Не, я еще эту штуку не сделала. Подай, мне сегодня пришли уже. Сегодня ты в курсе, что до 15 августа только подать надо? Да, я успею. А у меня паспорт нет, Дима на себя подаст. Какая разница, ты в госуслугах без паспорта подаешь. У тебя в госуслугах, если этот стоит, как он? Личный кабинет подтвержденный. Просто заходишь, подать, мне даже присылали постоянно оповещение, подайте на ребенка, подайте на выплаты, пока не подала. Зашла только, подтвердила, что все данные правильно, и окей, и все. И все? Больше вообще ничего не делала. Десяточка упала. Хорошо. Снимаешь? Да. Ну и правильно. Спасибо за десяточку. Очень приятно. Мне правда приятно, нет? Конечно. Раньше-то не выплачивали так. Фига себе. Я помню, когда... Вот вспомни, когда мы родили детей. Ты что же в этот же год? Какие были там? Ни за второго, ни за какого ребенка ничего не платили. Вообще, не за первого. Сейчас за первого платят, за второго платят. Помогают. Декретный отпуск до 6 лет и все прочее. Это вообще, я прямо даже завидую этим людям. Ты поймался? Нет, вытащи. Я что-то не очень. Чтобы эти выплаты получить, надо целый квест пройти. Нафиг надо. Где? Где? Ну там забеременеть, выносить, родить, потом воспитывать. Да, что-то. Да. Нет, так это как бы в глобальном смысле, если выплаты получить. А так, чтобы их просто получить, если уже беременный и все это дело сделал, то все уже получаешь и все. Ну, если только. Такой квест, господи боже. Не, по поводу всего остального, да. А сейчас такой бюрократии нет, как раньше, например, была. Ну тут-то должно что-то клеваться, не знаю, какое место. Это хуже, чем было. Ой, блин. Спасибо. Есть что ли? О, есть.
Я говорю, хорошее место тут. Сошел что-то? Сидит. Упирается. Или сошел, не пойму. Я узнаю. Сидит, да? Господи, ну ты совсем дурной, что ли? Маленький. Да вообще, как вот в пасть это все влезло-то непонятно, блин. Вроде перестал. Я так морожки налопалась. Это вообще и морожки, и черники. И мы запомнили, на каком острове мы это все ели? Да. Мы запомнили, на каком острове мы все это ели, и мы завтра возьмем всякие причиндалы для ягоды. Бедра там, бочки 100-литровые, и приедем сюда собирать те распространения. Не знаю. Не понимаю. Поймался? Да нет, наверное. Не пойму. Конечно. Они такие маленькие, что непонятно, да. Котик с рыбкой. Это мой талисман. Потом я ловлю лучше всех. У меня вообще клюет один за одной. Даже вот сейчас тут вытащила удочку, думаю, что я не смогу нормально видео, а то вот так. А ты потому что плевать вам ничего не достигнуть. Моя родненькая.